Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Покупателям больших по площади квартир в случае краха застройщика будут компенсировать только часть их стоимости. Соответствующие поправки к закону о долевом строительстве подготовил Минстрой России. Как пишет «Коммерсант», дольщикам предлагается возмещать сумму, эквивалентную цене не более 100 квадратных метров. Таким образом, тем, кто вкладывает средства в элитное жилье, чиновники предлагают взять решение проблем возможного недостроя на себя. Информацию подтвердил глава Минстроя Михаил Мень, уточнив, что ограничение не коснется многодетных семей. По данным аналитиков рынка, предлагаемые изменения только в Москве могут коснуться каждой седьмой квартиры в новостройках. Дайджест недвижимости. В исторической части Кирова продают недвижимость и землю за 16 миллионов рублей. Постановление об условиях приватизации объектов на улице Казанской, 28, опубликовано на сайте мэрии. Нежилое одноэтажное здание 1917 года постройки, два гаража и земельный участок площадью более 1000 квадратных метров оценили в 16 миллионов 200 тысяч рублей. Продажа включена в план приватизации, уточняет «Бизнес-новости» в Кирове. Дайджест недвижимости. Около 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости сдали в эксплуатацию в Кирове в первом полугодии 2017-го. Этот объем соответствует цифрам предыдущих лет, сообщил накануне замглавы администрации города Роман Морозов. По его словам, в 2015-16 годах в областном центре суммарно построено 450 тысяч квадратных метров жилья. И показатель этого года не отличается от предыдущих периодов. Резкого снижения объемов ввода жилой недвижимости в мэрии не прогнозируется. Как уточнил Роман Морозов, цифры будут на уровне прошлого года или чуть меньше. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.